лежали в больнице, в палате одной, два тяжко больных человека. Один у окошка лежал, а другой у двери, где не было света. Один постоянно в окошко глядел, другой лишь на краску дверную. И тот, что у двери узнать захотел про жизнь за окошком иную. С готовностью первый больной рассказал, что видел ему из окошка. Там тихая речка, дощатый причал, и ходит по берегу кошка. По синему небу плывут облака, причудливые, как зверюшки. Сидят на причале там два рыбака, и с внуком гуляет старушка. И каждый так день то про сказочный лес рассказывал, то про влюбленных. Другой же сосед перестал даже есть, считая себя обделенным. Он мучился злобой, и зависть росла, его постепенно съедая. Не мог он понять, почему же была тут несправедливость такая. Однажды сосед у окна занемог, что не было сил разогнуться. Он стал задыхаться и даже не мог до кнопки своей дотянуться. У двери сосед мог на кнопку нажать и вызвать сестру милосердия. Но он не нажал, а остался лежать, глаза закрывая усердно. Наутро сестра милосердия пришла постель поменять за покойным. Сосед попросил, и она помогла занять ему эту самую койку. Когда же в окно, наконец, посмотрел, на шее задергалась вена. Увидел он вместо того, что хотел, глухую высокую стену. Он был потрясен и сестре рассказал про тихую чистую речку, про сказочный лес, про дощатый причал и небо в курчавых овечках. «Ах, если б он видел, — сказала сестра, — всю жизнь он слепым оставался. Зачем же тогда? — тут больной прошептал. — Да он вас утешить старался».